Скоро лето, скоро отпуск. Новости летнего расписания для жителей Биробиджана от Дальневосточного авиационного агентства «Спектр Авиасервис». Самое популярное направление Хабаровск-Москва будет представлено 4 ежедневными рейсами. Это более 1000 посадочных мест ежедневно. Можно выбрать себе рейс, прилетающий в удобный для вас аэропорт Москвы, Домодедово, Внуково, Шереметьево. По второму популярному маршруту Хабаровск-Санкт-Петербург беспосадочные рейсы будут выполняться 6 раз в неделю. Как и в прошлые годы, дальневосточники смогут улететь прямыми рейсами в Краснодар и Сочи. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю. Новинка сезона — рейс Хабаровск-Красноярск-Самара будет выполняться раз в неделю по вторникам. И у нас еще новинка сезона — рейс Хабаровск-Красноярск-Баку будет выполняться раз в неделю по воскресеньям. Как всегда, в лето увеличивается количество рейсов в города Сибири и Дальнего Востока. Международные регулярные рейсы, выполняемые из аэропорта города Хабаровск, Пекин, Харбин, Далянь-Сеул. Кроме прямых международных рейсов, которые вылетают из аэропорта Хабаровска в «Спектр Авиасервис», можно приобрести билеты по любому международному направлению. «Спектр Авиасервис». Летайте на здоровье!